Сегодня на обзор вот такой массажер для шеи. Упакован он в картонную коробку с ручкой. Массажер работает от сети. В комплекте идет кабель для прикуривателя в машину. И обычный шнур. Сам массажер выглядит вот таким образом. Панель управления находится на левой части массажера. Имеет три кнопки. Кнопка включения-выключения. Кнопка для включения-выключения инфракрасной подсветки. А также кнопка для смены направления массажных роликов. Массажер можно использовать для различных зон, для зоны шеи, поясницы, спины. Можно разминать им руки и ноги.